Всем привет! Меня зовут Лена, и вы на канале магазина kugasamokat.ru, который является официальным дилером электросамокатов Куга на территории России. Мы вам рассказывали, что хотели сделать крутое сравнение электросамоката Куга М4 Pro с самокатом White Siberia Luna. Но что-то с этим роликом нам катастрофически не везет. То сначала никак не могли договориться насчет Луны, потом я травмировала руку, и мне сложно было кататься на самокатах, особенно на мощных. Теперь появилась информация, что М4 Pro снова должен дообновиться, и лучше бы снять видео уже с новой версией. Поэтому сравнение все откладывается и откладывается. Но мы серьезно настроены обязательно снять этот ролик, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. Куга же вроде бы и обещает выпустить интересные новиночки, но пока что-то не торопится. Поэтому из спортивного интереса и для успокоения собственной души мы решили сделать еще одно сравнение электросамоката Xiaomi M365 Pro с Куга М2 Pro. В нашем опросе в сообществе большинство проголосовало за сравнение Xiao с Куга X1. И мы его сделали. Вот тут где-то должна появиться ссылочка, посмотрите, если не видели. Результат получился интересный, и Xiaomi нас приятно удивил. Но все же, лично я считаю, что наиболее близкий по характеристикам и внешнему виду из самокатов Куга – это именно M2 Pro. Единственное, чем Куга M2 Pro довольно сильно отличается от Xiaomi, так это емкостью аккумулятора. У M2 Pro 9 ампер-часов, у Xiaomi 12,8. Но и по цене они отличаются на 9000 рублей, а это довольно существенно. Кстати, цены я сравнивала в интернет-магазине xiaomisamokat.ru, который и предоставил нам самокат для съемок, за что мы выражаем им отдельную благодарность. Обязательно заходите к ним в гости, если хотите купить самокат именно этого бренда. Ссылку на магазин мы оставим в описании под этим видео. Из-за различий в емкости аккумулятора максимальный пробег у Xiaomi M365 Pro заявлен на 10 км больше, аж 45 км. У M2 Pro заявлено 35 км. Но в этом ролике я обязательно выкатаю оба самоката, и мы узнаем, смогли ли они с моим весом проехать заявленный километраж. А как вы думаете, кто из них справился, а кто нет? Моторы у обоих самокатов находятся в переднем колесе. У Xiaomi мотор мощностью 300 Вт с напряжением 36 Вольт. Он позволяет самокату разгоняться до 25 км в час. У M2 Pro мотор номинальной мощностью 350 Вт, также с напряжением 36 Вольт. И максимальная скорость заявлена 35 км в час. Хотя у меня есть некоторые сомнения насчет этой цифры. Оба самоката оснащены надувными камерными колесами с диаметром 8,5 дюймов. У M2 Pro неровности дороги смягчают два амортизатора. Один встроен в рулевую стойку, второй находится под декой у заднего колеса. У Xiaomi колеса крепятся непосредственно к раме, без амортизации. Но посмотрим, будет ли это сильно заметно. Тормозная система схожая. Механический дисковый тормоз на заднем колесе с рукояткой на левой стороне руля. И на обоих также присутствует рекуперативный тормоз на переднем колесе. У M2 Pro дополнительно установлена тормозная колодка на заднем крыле, так что можно тормозить еще и нажимая ногой на крыло. Но мне этот способ кажется не очень удобным. Я лично в обычной жизни никогда им не пользуюсь. Зато некоторые, наоборот, по привычке ставят ногу на крыло на Xiaomi, и оно часто отламывается. Оба самоката достаточно компактные городские модели. Xiaomi весит 14,2 кг, M2 Pro на 300 грамм больше, 14,5. Рукоятки руля ни у того, ни у другого не складываются. Складной механизм есть только на рулевой стойке. На Xiaomi, во всяком случае на новом, он немного туговат, и обладательницам длинных ногтей нужно быть аккуратнее. Нужно повернуть фиксирующее кольцо, отогнуть зажим и опустить рулевую стойку. Чтобы зафиксировать ее в сложенном виде, нужно зацепить петельку на звонке за крючок на заднем крыле. У M2 Pro механизм своеобразный. Сначала нужно поднять вверх маленький фиксатор и, придерживая его, опустить зажим в виде пластикового лепестка в сторону. И можно опускать рулевую стойку.
Чтобы зафиксировать ее в таком положении, просто верните зажим на место. Применение больших усилий это совершенно не требует. У Xiaomi чуть поуже дека, шириной 15 см. Клиренс на сантиметр меньше, 8 см. Зато на несколько сантиметров повыше руль. Мелочь, но даже мне с ростом 170 это довольно ощутимо. А высоким людям тем более будет удобнее. Ширина руля у Xiaomi 43 см. У M2 Pro дека шириной 17 см. Клиренс 9 см. Ширина рукояток руля 50 см. При этом длина деки и общая длина самокатов одинаковая. У самокатов внешне похожие дисплеи, но на Xiaomi он гораздо лучше читается в солнечную погоду. Для управления есть всего одна кнопка. Одинарным нажатием включается передняя фара белого цвета. Скоростные режимы переключаются двойным нажатием. У M2 Pro кнопка располагается сбоку, и нащупывать ее на ходу очень неудобно. Но к обоим самокатам можно подключить мобильный телефон через специальное приложение. Обычно мы с оператором катаемся вдвоем и постоянно меняемся самокатами, чтобы нагрузка на них была примерно одинаковая. Но тут мы решили замерить им максимальный пробег на одном заряде с наибольшей точностью. Поэтому один день я полностью откатала на Xiaomi M365 Pro, а второй на Kuga M2 Pro. Так как у меня была травмирована рука, по ощущениям от нее можно было очень хорошо оценить подвеску и мягкость хода. Каждая жесткая кочка отдавалась ударам и неприятными ощущениями в запястье. И до этого момента я сильно недооценивала подвеску на M2 Pro. Мне казалось, что эти маленькие амортизаторы не особо-то что-то смягчают. Но оказалось, что это совсем не так. В сравнении с Xiaomi, Kuga M2 Pro оказался заметно мягче. В мелких ямках и на небольших бордюрах 2-3 см амортизаторы отрабатывали настолько классно, что почти не чувствовалось, что ты через что-то переехал, и я могла на нем практически не притормаживать. На Xiaomi каждый бордюрчик давался с трудом. Заметнее всего у Xiaomi было отсутствие амортизатора именно на переднем колесе. После поездки на нем рука довольно ощутимо болела. Хотя обычно я не очень-то замечала работу передних амортизаторов, встроенных в рулевую стойку. Но M2 Pro явно не из этого числа. Зато работа амортизаторов добавляет Kuga M2 Pro различных посторонних звуков на кочках. Периодически они то ли брякают, то ли щелкают. Хотя со временем перестаешь обращать на это внимание. Но на контрасте с практически идеально тихим Xiaomi это заметно хорошо. А на больших бордюрах мне все равно приходилось приподнимать и аккуратно закатывать самокат, чтобы лишний раз не дергать руку. И поднимать Xiaomi оказалось гораздо легче. Хотя разница в весе совсем небольшая, но на Xiaomi удобно браться за тонкую рулевую стойку, из-за чего он кажется довольно легким. У M2 Pro рулевая колонка пошире, и уже не получается нормально ухватиться и удержать его одной рукой тяжело. Несмотря на то, что подвеска хорошо смягчает мелкие огрехи дорожного покрытия, нельзя сказать, что M2 Pro едет комфортнее Xiaomi. Да, на нем мягче проезжать бордюры, но Xiaomi гораздо лучше держит дорогу. Курок газа работает очень плавно. На нем можно легко ехать, держа самокат одной рукой, и он будет ехать ровно, не виляя. Но не стоит этим злоупотреблять или стать за рулем ленту Инстаграма или разглядывать карту. Убрать одну руку с M2 Pro, чтобы, например, убрать вездесущий тополиный пух с лица или поправить волосы, было практически невозможно. Руль начинала колбасить из стороны в сторону, приходилось практически останавливаться. Я уже, в принципе, неоднократно говорила в наших роликах, что мне не очень нравится конструкция руля у M2 Pro. Сейчас я в этом еще раз убедилась и повторю это снова. Он не очень-то высокий, да к тому же имеет странный вынос вперед. Даже мне с ростом 170 см он уже кажется неудобным. Либо приходится держать руль на вытянутых руках, а это некомфортно, и они так быстро устают. Либо нужно вставать прям вплотную к гусю, да еще и специально переносить вес на переднюю ногу, чтобы подать корпус чуть вперед. В общем-то, к такой позиции привыкаешь,
и все нормально до тех пор, пока не начинаешь тормозить. Если нажать на ручку тормоза чуть резче, то самокат неприятно клюет вперед. Приходится быть внимательным и перед торможением переносить вес на вторую ногу и как бы немного отклоняться назад. А если об этом забыть, то при резком торможении, да еще и на большой скорости, есть все шансы улететь вперед через руль. Поэтому новичкам без опыта управления я советовала бы на этом самокате поначалу ездить очень осторожно. Конструктивно руль на Xiaomi M365 Pro вроде бы кажется очень похожим, но по ощущениям отличается он сильно. Он напрочь лишен вышеописанной проблемы. Руль более комфортный по высоте, располагается ближе к корпусу и тянуться за ним вперед не приходится. Хотя он уже, чем на M2 Pro, но на мой взгляд это менее существенно. Руки у меня от него не устают, и о том, как ты стоишь, ты просто не думаешь. При торможении рекуперация срабатывает плавно, без каких-либо рывков вперед. Благодаря этому на Xiaomi чувствуешь себя как-то безопаснее и увереннее, можешь ехать более расслабленно. Ну и как оказалось, тормозной путь у меня на нем получается даже короче на 1,5-2 метра, чем на Kuga M2 Pro. Зачем на нем такая резкая рекуперация, непонятно. У нашего оператора с весом потяжелее, разница в длине тормозного пути на самокатах особенно незаметна. Да и вообще с тяжелым райдером они останавливаются гораздо быстрее, всего за пару-тройку метров. Но если ваш вес все же стремится, или даже больше 100 кг, то я скорее посоветовала бы вам Xiaomi M365 Pro. Их моторы удивительно тяговитые, они быстро, но без рывков набирают скорость с места. На них хорошо лавировать на тротуарах с плотным потоком людей, где нужно то притормозить, то быстро ускориться, чтобы объехать пешеходов. Единственное, что на нем периодически мешает, это то, что мотор срабатывает только после отталкивания, когда вы наберете скорость не меньше 5 км в час. И то не всегда это происходит сразу, иногда курок чуть подтупливает и самокат отказывается ехать, приходится толкаться еще раз. И отключить эту функцию на нем, в отличие от M2 Pro, невозможно. Пишите в комментариях, у кого тоже была такая проблема и кому не нравится эта функция. А то я немного сомневаюсь, что это у меня ноги не из того места растут. M2 Pro с места трогается плавно и постепенно ускоряется. Мотор как будто набирает обороты. И чем больше будет вес райдера, тем тяжелее ему будет разогнаться. Но максимальная скорость на длинной прямой у него гораздо больше. Максимальная скорость на Xiaomi была 26 км в час по GPS, что со мной, что с нашим оператором. А вот Kuga M2 Pro смог разогнаться до 33 км в час по GPS. И когда я ехала на Xiaomi, наш оператор даже смог меня обогнать, что вообще-то удивительно, потому что из-за разницы в весе я обычно на всех самокатах еду гораздо быстрее. Но все же, до заявленных производителем 35 км в час он чуть-чуть не дотянул. Хотя бортовой компьютер привирал на пару километров и показывал именно такую цифру. И из-за такого плавного разгона M2 Pro хуже справляется с различными горками и подъемами. А уж если перед ними пришлось затормозить, то ты прямо-таки чувствуешь, с каким трудом самокат набирает скорость. Даже с небольшим весом, вроде моих 57 кг. А уж с тяжелым райдером с весом около 100 кг, вроде нашего оператора, M2 Pro даже, казалось бы, в небольшие уклоны начинает ползти, как улитка. Xiaomi же с небольшими горками не испытывает никаких затруднений и даже не сильно при этом теряет скорость. Но в крутой подъем нашего оператора все же не смог поднять ни один из них. С моим весом оба самоката справились, если вы легкий райдер, то вам практически не придется ходить ножками. Но M2 Pro к концу подъема все же ощутимо замедлился, и подъем ему дался явно тяжелее, даже учитывая то, что перед горкой мы дали ему немного места для разгона. Ну и как же далеко вы сможете уехать на этих самокатах, если вы весите примерно как я? Xiaomi прям как специально подгадывал и перестал ехать ровно после заявленных 45 км. А вот M2 Pro снова чуть-чуть не дотянул до заявленных цифр и проехал со мной 33 км. Видимо, Kuga тестировала M2 Pro на еще более худеньких девочках. А вот для Xiaomi я как раз подошла бы.
Вообще, я скажу, что 33 километра для легкого городского самоката – это тоже немало. И накатать их по Москве – довольно утомительное занятие. А уж 45 километров – не подавно. Но ради вас я готова немножко пострадать. И откатав на каждом целый день, я могу сказать, что в целом-то самокаты на самом деле очень похожи. Но каждый со своими особенностями. Наличие амортизаторов на Kuga N2 Pro позволит вам меньше тормозить перед бордюрами и проезжать неровности плавнее. Но из-за странной конструкции руля вам придется быть чуть более внимательным, чтобы не улететь вперед при торможении, и чуть крепче держаться за руль, чтобы ехать ровнее. В Xiaomi все же чувствуется качество сборки, что придает уверенности на дороге. Простота управления позволяет ехать на нем более расслабленно, ну и притормаживать иногда приходится сильнее, чтобы не отбить пятки. Xiaomi M365 Pro – это отличный городской прогулочный самокат, и он вполне заслуженно стоит своих денег. Но если вы не можете позволить себе таких трат, то вполне можете взять Kuga M2 Pro, и он будет не хуже, а в чем-то даже и лучше. А я на этом с вами прощаюсь. С вами, как всегда, была Лена и магазин Kuga Самокат. Берегите себя и до скорых встреч!